приватном телеграме. Весь контент выходит раньше. Ссылка в описании. Успех неизбежен. Вопрос в том, сколько времени займет его достижение. Тут тоже надо быть готовым, что это может вообще-то, ну, быть надолго. Реально надолго. Вот я, типа, выступаю, ну, назовем это так, как-то занимаюсь творчеством, чего-нибудь пишу, наверное, больше с 16 лет. Мне сейчас 28. 12 лет, представьте себе. Я считаю, относительно моих достижений, я нихуя очень малого достиг, честно скажу. Ну, на мой взгляд. Потому что, представьте себе, 12 лет заниматься плюс-минус одним и тем же делом. Вот вдумайтесь, чего вы бы могли достичь, если бы уделили 12 лет одному какому-то конкретному делу. И я вот, ну, я уделил, я смог, я как бы, я отдал вот эту часть своей жизни туда, и принес жертву свое свободное время, свои перспективы в других делах, отношения людей ко мне. Я принес это в жертву, я принес жертву 12 лет своей жизни ради того, чтобы сейчас сидеть и на 260 человек ночью об этом рассуждать. Ничего, по-моему. В принципе, как будто бы оно и окупилось. Ну, в общем, к тому, что представьте, 12 лет, вот чем вы хотели бы заниматься? Управлять поездом, там, я не знаю, рисовать наклейки, отжиматься, заниматься экстремальным вождением, собирать марки. Какого успеха вы бы смогли достичь за эти 12 лет? То есть я уверен, что то, что вы себе представляете в голове, как типа вот я бы 12 лет занимался только этим, каким бы мой успех был? И вам кажется, что ваш успех был бы феноменальным. То есть вы уверены в том, что, как бы, скорее всего, если бы в 12 лет долбились в одну дверь, она рано или поздно открылась бы. Ну вот и все, у вас уже все есть. Вы владеете абсолютно уже как бы мотивацией, путем каким-то, идеей, как чего-то добиться. Уделите этому 12 лет. Отдайте 12 лет своей жизни тому, во что вы реально верите. Но это если вы в это реально верите. А если нет, ну зачем вам это занятие нужно? Значит, вам это не нужно. Вы как бы просто потратите время. Если вы внутри чувствуете, что вы не готовы отдать этому 10-12 лет жизни, вам не надо этим заниматься. Просто, ну значит, как бы относитесь к этому как к хобби. Не ждите от этого перемен каких-то или достижений. Хотя даже хобби может изменить жизнь. Все просто пиздец, моя мечта, штаны Рик Оуэнс и графа против всех. И две башки на гербе, одна чтоб думать, а другая дуть. Тут разница ума, и если б я был либерал, с этого панчу побосался дуть. А так я не уверен, кого обидел перед теми, извиняюсь на коленях. Но даже если на них встал, я ничего б не потерял, ведь стал бы роста капитана Леви.